А знаешь, кроме тебя, тут есть еще гости. Недавно наши лазутчики видели великаншу по имени Хюрокин. Хюрокин? Вот это неожиданность. Наверняка она здесь скрывается от Сутунга и Гунлёт. Возможно, ее присутствие – дурной знак. А может, это ничего не значит. Вы там в Асгарде любите темнить, а? Пойдем со мной, поговорим на чистоту. Одного не понимаю. Почему вы зарылись в норы? Почему не сражаетесь? Мы и сражались. Насмерть. Но наши старейшины пали. Отряды рассеялись, и все было кончено. Так соберитесь вновь. Берите топоры и идите в бой. Думаешь, все просто? Я даже не знаю, где остальные. Убежища так устроены, чтоб тот, кого схватит враг, не смог выдать всех. Может, у тебя получится их найти? Мое дело найти Сурта и спасти сына. Одна беда. Сурта невозможно убить. Незадача, правда? Я найду способ. Или найду, что ему важнее всего, и обменяю на Бальдра. Тебе будет нужна наша помощь. Ты же здесь ничего не знаешь. Слушай, Хави. Понимаю, это не твоя война. Ты хочешь найти сына. Но турсы у нас под дверью. Это совсем не шутки. Если они нас найдут, нам не жить. Вот только дети Муспеля жить не могут без грызни. Сейчас их держит лишь страх перед Суртом. Избавься от него, и они сами друг друга перебьют. И сбегут к себе в Муспельхейм. И Свартальфахейм снова будет принадлежать Двергам. Двергам, которые будут очень благодарны тому, кто их спас. И отплатят герою не только наручем. Ничего не обещаю, но поищу убежище. Может, так я найду способ спасти Бальдра. Что ж, что же делать? Альфа-Кейм ждет тебя, Хави. Удачи и будь начеку. Дал мне сил.
тебя ждет хель!
что? Этот край терзают злые духи. Это лучше. Эта руна поможет мне снять проклятие с доспеха. Должно быть убежище близко. На что они смотрят? Умрешь быстро! Нет! Ты куча! Ты
непросто. Знак двергов. Значит, они где-то рядом. А это что за вздор? Просто стихи или загадка? Руна двергов. Значит, я на верном пути. Этот путь приведет меня к двергам. Должно быть, я рядом с убежищем. Двергов. Значит, я на верном. Должно быть, я рядом с убежищем. Со мной Бальдер, он пришел бы в восторг от этих кристаллов. Мой сын радовался всему, как дитя. Лишь бы он еще мог радоваться. Эти дверги, жаль признавать, но мне нужна их помощь. Будь полюбезнее, Хави, и поскромней. Король Хрейдмар еще жив, мы не сидели бы сейчас в норах.
Закрываю глаза и вспоминаю, как сидел в своей любимой таверне в Ульдере. Сладкий мед, терпкий эль и соленые желуди. Столько тружусь, что у меня уже мозоли на мозолях. Это же казнь! Мне казалось, ты собирался сломать вон тот кристалл и расчистить место для стола. Почему? А вот и жертва. Не волнуйся, в этот раз я буду осторожен. Да, не нужно мне напоминать. Крови-то было чуть-чуть. С кем ты разговариваешь? Нас услышали. Ни с кем, совершенно ни с кем. Садись, приготовлю иголки и лезвие. О, неужто новый рисунок? Ты слышишь голоса, которых нет? Ты точно в своем уме? Голоса? Разве кристаллы могут говорить? Разве они станут говорить со мной? Это ты не в своем уме, раз веришь в такое? Но про кристаллы сказал ты. Так ведь с тобой они не говорят. Я особенный. Кажется, ты здесь слишком долго просидел. Укажи-ка, что у тебя тут продается?
что-нибудь? Пойду-ка я отсюда. Вот-то гости. А за тобой по пятам никто не придет? За мной по пятам мчится лишь слава, но не враги. Ну, как скажешь. Об этом убежище не знают даже другие дверги. И пусть так будет и дальше. Я смотрю, вы даже больше скрытничаете, чем прочие дверги. Ну еще бы. Это место нашли совсем незадолго до вторжения. Всех, кто был рядом, быстро сюда согнали. Сейчас лучше всего не высовываться. Нам тут чужаки не нужны. Мало ли кто придет вместе с ними. Я ни друг ни Турсом, ни Йотуном. Рада слышать. Пусть так будет и дальше. Достаточно. Будь король Фейнмар еще жив, мы не сидели бы сейчас в норах. А ты ведь не из этих краев. Скажи, встречались ли тебе горы трупов, армии сынов Муспеля, сожженные деревни? Ну, вообще говоря... Так я и думал. Вторжение — выдумка наших правителей, которые хотят одного — пополнить казну. Ну, посмотрим, кто кого. Пока все мы прячемся, самоцветы никто не охраняет. Приноси их мне, и я тебя награжу. Так ты считаешь, что вторжение — выдумка? Власть, юное создание, она всему виной. Если ты не пастух, то овца. Но ведь можно просто выйти наружу и проверить. Зачем? Мне и так все понятно. Только не говори, что ты тоже им веришь. Убитые мною Турсы Муспельхейма — не выдумка, как и сотни мертвых двергов. О, нет. Ты из этих, да? Довольно. На меня твои лживые речи не действуют. Правду не скроешь. Посмотрим, что я смогу найти. Я тебя знаю. Что тебе от нас нужно? Кто ты? Назовись. Я Хави, владыка Асгарда. Ты? Далеко же тебя занесло. Илиаса мало Ивальди, и ты ищешь новых рабов. Ха, Ивальди обязан мне свободой. Где он? Я желаю говорить с ним. Что ж, дерзни. Думаю, ты знаешь дорогу в Хельхейм. Он умер? Но как? Как? У тебя что, и второй глаз ничего не видит? Тут кругом Турсы. Извини. Пойдем, пройдемся. Я Гунборг. Главное в этом убежище. Без Ивальди дела у нас идут скверно. Он пытался отыскать путь в другие убежища. Угодил в засаду. Там были Турсы Глода. И еще какая-то тварь. Огненная, бешеная. Она... проглотила Ивальди. Ее, конечно, вывели в подвал Сурта с помощью Локи, прежде чем мы его схватили. А тебе лишь бы всех хватать. Неважно. Пал Ивальди, пал и Ульдар. Рудники, рудокопы.
Кто выжил, тот служит Глоду. Это имя должно мне о чем-то сказать? Глод — ублюдок Сурта. Его мать была из йотунов. Этот зверь может разорвать Дверга надвое. Какая страшная смерть. И неважно, воином ты был или нет. Я видела это воочию. И до сих пор вижу в страшных снах. И все же Глод не истребил всех Двергов. Ему нужны рудокопы. Но для чего? Захватчики ищут тайны, скрытые в недрах земли. Древние реликвии. Для турсов это почему-то важно. А ты откуда знаешь? Хватит, Хави. Мы все измучены. Мне и без твоих вопросов не сладко. Поведай мне все, что знаешь. И Глод с Приснами заплатят за кровь Двергов. Один Дверг в Ульдере добывал для нас сведения о великанах. Это был рудокоп, его звали Фритьев. Он молчит вот уже несколько дней. На него не похоже. Быть может, он мертв? Мне нужно то, что ищут турсы. Где в последний раз видели Фритьёфа? Я пойду туда. В Ульдере есть один дом. Его хозяев убили великаны. Там Фритьёф оставлял нам послание. Как отыскать этот дом? Ступай в квартал ювелиров к южным воротам. Ищи самый высокий дом. Там, где всюду золото, увидишь. Фритьёф может привести меня к реликвиям Сурта. Надо найти его. Как пожелаешь, владыка Асгарда. Дело твое, но а мне и без этого забот хватает. Чего тебе надо? До встречи.
Ищешь надежного компаньона? Купи животное. Только им в наше время и можно доверять. Мне кажется, или тебя что-то тревожит? История стара как мир. Женится парень на девушке, а потом изменяет ей с какой-то потаскухой. Жена узнает, они ссорятся, но тут вторгаются огненные турсы. И теперь муж с женой застряли в убежище. Каждый день я должна смотреть на его рожу, вспоминать о его измене. И даже уйти теперь некуда. Потому и говорю, доверяй животным. Лошадь тебя не предаст и не воткнет нож в спину. Нечем. Копыта, понимаешь? А что с потаскухой? Мертва, надеюсь. Что-то еще? Ну, не буду отвлекать. Тебе всегда рады. Столько тружусь, что у меня уже мозоли на мозолях. Еще найдется, что обменять на Бальдра или применить против Сурта. Когда Бальдр был еще мальчишкой, мы с Локи как-то привели его сюда. Теперь оба в плену. Локи у меня и заслуженно, а Бальдр у Сурта. Я спасу Бальдра и отомщу за его мать. Застрять в этом вонючем городишке? Да еще у Глода на побегушках! Прикуси язык, если жизнь тебе дорога. Видел, что Глод творит?
Сдавайся или не сдам. Отсюда, прошу. Ты нас всех погубишь! А
Тебе сюда нельзя. Смотрщиками над дверками невелика честь. Все получше, чем каждый закоулок дворца обшаривать, а? Опять суматоха! Оставь нас. Пожалуйста, уходи.